«Осторожно, тонкий лед». По направлению Хатас и Павловск сегодня идет обустройство переправы. Несмотря на то, что еще выезд на лед запрещен, в минувшие выходные водители уже начали переправляться по тонкому льду. Сегодня сотрудники ГИМС выехали на место для профилактической работы. На сегодняшний день в некоторых местах толщина льда составляет 18 сантиметров, тогда как по дорожным нормативам для 4 тонн толщина должна составлять 32 сантиметра. ГИМС напоминает, в случае несанкционированного выезда на лед будет составлен административный протокол. К тому же предусмотрен штраф для граждан до 5000 рублей, ну а для должностных лиц от 20 до 50 тысяч. Юридическим же лицам придется заплатить до 1 миллиона рублей. Идет активное обустройство ледовой переправы. Уже пробили от торосов одну полосу. Осуществляется ее заливка. Идет провивка второй полосы. Значит, но тем не менее, в минувшие выходные уже нерадивые водители начали интенсивное движение по переправе. Причем они могут спровоцировать как дорожно-транспортное происшествие, так и провал автотранспорта. И, к сожалению, может быть и гибель людей. Поэтому, уважаемые водители, дождитесь официального открытия ледовой переправы. Не мешайте строительству и обустройству данной ледовой переправы через реку Лена. Значит, не рискуйте своей жизнью и жизнью пассажиров понапрасну.